Вы знаете, что такое младенец? Младенец – это который не может сам кушать. Это который не может что-то сделать. За него делают. И мы уже выросли, но иногда мы ведем себя так, как младенцы. Папа, сделай это, папа, принеси то, папа, дай мне то. Папа, мах das, папа, ту dies, папа, bring mir das. А папа сказал, ты уже слишком большой. Папа sagt, du bist schon viel zu groß. И я хочу, чтобы ты принял секреты моего царствия, и ты сам уже что-то брал. Und ich will, dass du die Geheimnisse meines Reiches erkennst, so dass du selbst etwas ты уже nimmst. Сам двигался в господстве. Damit du selbst in der Herrschaft bewegst. Ты сам менял обстоятельства силой веры, однажды преданной святым.